Сейчас самый главный вопрос, что в черном ящике? Нет, на самом деле сейчас главный вопрос, насколько долго я, собственно, здесь стоял, сколько много времени я потерял в этом конкретном дне игровом, потому что так оказалось, так получилось. Я нажал запустить игру в Стиме, она почему-то запустилась, как бы, ну, при этом не раскрылась, она была свернутая, то есть картинки на экране не было. Я сижу, что-то в телефоне залипаю, в наушниках слышу, что-то бренчит, какая-то музыка гитарная, типа брынь, брынь, что-то какие-то выстрелы, что-то происходит, а игры как бы нету, думаю, ну, может, какая-то заставка пошла, подожду. А потом оказывается, спустя, наверное, минут 5, что все это время игра шла, как бы игровое время шло, паузы как бы не было со старта, и просто она не развернулась. Как бы вот такая ситуация. Не самая лучшая ситуация для игры про стратегию, где очень важно время, прям каждая секундочка. Постапокалипсис, знаете ли, монстры атакуют. Ну, так получилось. Сейчас будем, наверное, это все дело расхлебывать с большим запасом. Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Нейт Гвард. Ну что ж, ребята, вторая серия по игрушке Until We Die. Собственно, что хочу сказать, ребят, после первой серии я прям зарядился эмоциями, потому что мне игра понравилась, плюс самое главное, что она понравилась вам. То есть, как бы, прям актив был супер хороший, лайкосов насыпали прям до хера, комментариев было тоже очень много, причем в основном положительные. Единственный, так сказать, негативный комментарий, который был, это то, что игра, мол, прям слизана с какой-то там другой игры, я забыл ее название, простите. Есть прям игрушка вот в похожем стиле, только там на каком-то коне ты бегаешь в роли короля, отбиваешься там от эльфов, драконов, других тварей, то, что там какое-то королевство. Если прям так вот, ну, сильно этот жанр пойдет, то я, в принципе, такие полу-тауэр дефенсы очень сильно обожаю. Поэтому, пройдя эту игрушечку, я, в принципе, готов и в ту залететь. Но это будет позже. Пока что играем в это. Я не считаю это, как говорится, прямым плагиатом, то, что там похожа здесь механика именно самой боевки, но, может, это какой-то такой, знаете ли, новый жанр, почему бы и нет. Ну, а стилистика здесь, не знаю, многие пожаловали, что похоже на Metroid 2033, ребят, но ведь какого-то, ну, как сказать, вето на то, чтобы не использовать другим такую стилистику, ее ж нету. То есть, как бы какого-то права, да, там у Дмитрия Глуховского. В принципе, постапокалипсис, люди спасаются в метро, это стандартная, знаете ли, схема, какой-то бункер. Поэтому такое уже было сотни раз, и мы просто это наблюдаем, ну, еще раз. Поэтому проблем в этом не вижу. На этом свой стартовый монолог заканчиваю. А по традиции я напоминаю вам про лайки, комментарии, про колокольчики. Ну, а мы поехали выживать. Нужно выжить 28 дней. Мы пережили первую волну, которая была у нас на 7-м дне. Так, а у нас уже день 8. Я так много пропустил, что я пока пил кофе. Так, ладно, что у нас здесь получается? Две науки, это очень мало, нужно гораздо больше. Разгребаем, значит, все эти ящики. Быстрее, Давид, поехали, поехали, поехали. Это у нас, знаете ли, каждая секундочка на секундочке. Прям секундочка на секундочке. Владимир пашет просто за себя и с того парня. Кстати, главный мем первой серии. Я буду теперь ставить паузы, потому что, как бы, не хочется терять время. Главный мем этой серии, то, что мы, когда пошли в правый, собственно говоря, туннель и нашли там в уголочке себя еще скромного паренька, вроде бы его звали Юрий или что-то такое, оказалось, что Юрий, скорее всего, какал. То есть, как бы, он просто не захотел на станции этого делать, что, в принципе, благородно, отлучился от своего поста боевого и просто захотел сделать это в туннелях. А мы его, как бы, застали этим, вот, за этим событием, да, и прервали ему этот акт, поэтому после этого, собственно, Юрий сейчас очень комфортно. Вот, поэтому, если я теперь буду находить в туннелях людей, я буду давать им время на то, чтобы они свои дела доделали, потому что, как бы, ну, ситуация неприятная получается. Все, я высказался. Поехали. Так, повестка дня. Что у нас? Владислав, все молодцы. У нас появляются уже первые ребята с прокачкой, что не может не радовать. Мы немножечко, мне кажется, отстаем по ресурсам. Кстати, что у нас по ресурсам? У нас теперь нехватка еды. Значит, пошли разгребать, получается. А ребят с лопат... А мы как раз-таки ребят с лопатой отправили на какую-то херню. Так, тихо, нет. Значит, вот вы собираете... А, они не собирают еду. То есть инженеры, на самом деле, получается, в таких походах именно, они бесполезны от слова совсем. Кстати, игра, на какую кнопку у нас переформировать свой отряд? Я что-то не играл пару дней и нахрен забыл. О, это неприятно. А есть какие-то настройки? Сейчас посмотреть, подождите, я... Так, значит, двигаться... А, на F, на F. Все, вот. Так, сюда оба, ребята, быстро разгребаем, да. Да в смысле? Давай... А, у нас здесь не лопатчик, у нас второй, это просто парень. Блин. Короче, игра инженеров брать с собой именно вглубь, куда-то дальше, но нет смысла. Они именно в походах бесполезны. Их нужно оставлять это на базе, чтобы они здесь что-то делали. У нас почему-то Владислав стал, как бы, в линию обороны, которая перед защитной. Это очень странно, Владислав с нашей стороны. Это у нас возвращение обратно от инженера. Слушайте, на самом деле, да, наверное, столько инженеров нам пока что не нужно, поэтому просто полномочия свои сложим. Вот так вот сделаем. Лопатчики. Лопатчики пока что это самое сильное, что есть в игре. Прям то, что радует меня.
Сейчас у нас будет атака, но я просрал день, считайте, из-за того, что простоял какое-то время. Да бляха! Позицию займите все прям, вот прям все, и ты тоже. Все, молодец. Я пошел за ребятами сейчас. Так, технология изучена, новая технология, ни хрена себе. Инженеры могут выбивать двери. А-а-а, только я сказал, что инженеры бесполезны. Как вот оно, они тайники открывать могут, бляха. Так, туман сгущается, надо укрыться за стенами. Да, брат, пошли, не будем здесь бросать тебя. У нас то ли с левой, то ли с правой стороны реально был, была дверца. Так, ну, наверное, пока здесь оставим этого паренька. Все, защищайтесь, я пошел на ту сторону. У нас главная проблема, собственно говоря, сегодняшней серии, это минометчики. То есть я как бы уверен в своих ребятах на очень много процентов. Они реально как бы могут творить вещи. Но беда в том, что у нас есть минометчики. Минометчики, которые, в принципе, издалека расстреливают наши позиции, ломают нам все укреппозиции, все баррикады, все разлетается в щепки. Неприятная ситуация, но сейчас с ним пока что не поделаешь. У нас огнестрелов нету. Там вроде как в открытиях фигурировал этот. Я видел уже... А, вот она дверь, прям очень близко. Прям очень близко с правой стороны есть дверь, понял. Там, когда мы открывали дерево прокачки, в какой-то момент фигурировала такая вещь, как, собственно говоря, этот, коктейли Молотова. То есть что-то мы сможем в дальнейшем откидывать, но пока что этим не пахнет. Этой дверью вентиляция шахта, через нее можно пробраться, отправить сталкеров на поверхность в поиске топлива. Так, поиски топлива, сталкеры, подождите. Топливо нужно для дальнейшего развития базы, без нее мы сгнием. Так, топливо появилось, новый у нас сегмент прокачки. Но у нас пока что нет сталкеров. Интересно, сталкеры будут форматироваться там, прям на позиции? То есть я подвожу туда паренька, он становится сталкером? Или сталкера нужно сначала открыть? Вот в чем проблема. Я вот что-что, но по науке просел трындец просто. Из-за того, что я как-то быстро ее гнал. То есть вот дальше прокачка стоит... А, уже можем генератор улучшить! За гребаный миллиард! Так, слушай, ну давай мы это сделаем. Не знаю, зачем, у нас просто большой запас сейчас по шестеренкам. Можем себе это позволить. Так, а науки здесь пока что не описывают, сколько нужно для открытия почему-то. Может быть, для дальнейшей краски открытия нужно улучшить генератор. То есть пока что только предполагаем. Вот в таких играх это большой минус, что большинство вещей ты просто прощупываешь. Атаки вообще не было. Так, это я забираю себе, наверное, инженера одного. Блин, я забрал прям всех пацанов. Неприятно. Но скорее всего какой-то атаки не будет, мне кажется. То есть прям ей даже не пахнет. Что мы сейчас делаем, получается? Переформатируем отряд. Раз, два. Сюда отправили двух пацанов. Ну нет, уже туман заканчивается, это все, конечно, смешно. Берем двух лопатчиков. Разгребаем эту кучу, ребят. Второй тоже сюда. Все, беру инженера, иду на правую сторону. Ну два лопатчика должны выжить в любом случае, как бы это вообще, как бы... Эти ребята могут творить грязные вещи. Они очень сильные. У нас был прям такой спокойный день раздумий, можно было прям подраскидаться. Тут, кстати, у нас... Я с этим вот ящиком с ресурсами... Честно говоря, так и не понял, для чего он и что и как. Вот это вот в прокачке сделал себе его, а что? Какой смысл? Не договорил свою суть, свои мысли, которые, собственно, начал минут назад, что в таких играх не хватает вот именно прям ветки прокачки, которую я увидел. Вот знаете, как во Фростпанке, ты открыл как бы и такой, о, все видно. Типа, что мы делаем дальше? А здесь как бы не видно, что мы делаем дальше, и это неприятно. Так, привез добровольцев, худой дожилистый. Сейчас, секундочку, мы для начала сейчас попробуем проломить... Слушай, во-первых, копай здесь проход, а мы пошли ломать дверь, наверное, сейчас. Хера себе. А, вот так вот? Ох, ты ж елки-палки, Филиппушка. Ну вот он явно как бы, ну, он не этим занимался, вот именно ему страшно. Либо он ест себе руку, хер его знает. Филипп! А чё он к нам команду не берется, не понимаю. Из-за того, что у нас уже прибыл человечек, и нас уже 13. Ох, ты ж ёб твою мать! В случае большой опасности бойцов лучше призвать обратно к себе. Охренеть! Это что такое? А мы можем ее атаковать сами? А, подождите. Как бы, ну, без... Блять, останься здесь! Так, ладно, 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 выходим. Выходим, выходим! Я не знаю, что это было, но мне было очень страшно и неприятно. Ребята, у нас, мне кажется, большая проблема сейчас. Наверное, сейчас мы трогать ее не будем, но в следующий день попробуем ее потрогать. Нам сказали, что в случае опасности можно передать бойцов к себе обратно. Я так понимаю, это что-то типа будет сейчас, ну, такого
как сказать, геймплея атаки монстра. Ты атакуешь монстра, потом, когда он заряжается какой-то штукой, ты возвращаешь их обратно. Просто предполагаю. Блин, здесь до сих пор строим эту базу. Помоги ему, что ли? Выберите бонус за улучшение генератора. Опа! Научный подход. Стоимость всех следующих технологий снижена на одну колбу. Стены становятся прочнее 5% за каждую изученную технологию. Ёб твою мать, очень сильно. Промышленность, инструменты, щиты, зажигательные гранаты и мины производятся соответственно быстрее. При полном складе мастерская выдает лом. Я думаю, как бы 100% кьюшка, научный подход. Буду идти в науку. Улучшенный сверхгенератор, как бы это все очень важно. Следующая наука стоит аж шестерочку, но ничего. Генератор улучшен, электричество хватит надолго, но для расчищения границ требуется топливо. Понял. Понял, еще раз понял. Так, разгребаем ключку. Сейчас уже будет у нас атака день. У нас, кстати говоря, лимит кончился. То есть пока что можно не запрягать этого человечка, ну, отправляя его на новую позицию. Хотя, можем, в принципе, хавкой потратить, почему нет. Пусть прибывает, мы, как говорится, еще потом подождем. У нас просто уже 13 человек, это как бы максималка, больше уже не будет. Правильно, правильно. Так, мне бы сейчас инженера оставить здесь. Ну, типа, независимо ничего, просто его вот оставить здесь. Брат, ты можешь просто здесь остаться? Блин, почему нельзя, чтобы они просто остались? Типа, просто вот, ну, как бы, все, все, вот иди из бригады и стой, как говорится, нет, не иди к нам. А, тьфу, я переформатировал из инженера в обычного человека, ну, понятно. Понятненько. Так, жители инженера могут прикрывать ближайших отрядов товарищей щитами. Для использования имеющихся щитов нажмите кьюшечку. А, так, подождите, инженеры, как нахер кьюшечка? Так у нас нету кьюшечки, где на... А, у нас щиты появились! Ёб твою мать, ни хрена себе! А ну-ка! А ну-ка, блин! У нас появился склад щитов! А, нет, для начала мы должны этот щит сделать! А только потом взять, и это, знаете ли, не быстрая такая ситуация. Довольно долго все делается. Блин, столько всего появилось, елки-палки. У стены слева замечены мутанты. Так, ребята, ну, короче, я вас здесь оставляю, тут этой огромной толпой. Мы потом пойдем в атаку на паренька, там, блядь, такой сорняк, что просто охереете. Я когда видел, чуть не обосрался. Тут у нас какая-то позиция с оружием. Блядь, это оружейная, ёб твою налево. У стены справа замечены противники. Так, подождите, я что-то немножечко потерялся. Момент, момента, сеньора. Там ребята прям откидываются просто страшнейшим образом. Прям массированная атака на наши потрясающие. Так, как бы забрать себе инженера нашего? Вот, Владимира, да, Владимир, поехали. Нам стену слева снесли, ну понятно. Бляха. Оружеечку строим, оружеечку, Владимир, строим, а я прям побежал сейчас на стенку слева. Бляха, успеть бы еще. У нас теперь, кстати, игра разрушенная стена, из этого слетела одна палатка, минус одна позиция, у нас сейчас людей больше, чем доступным сейчас. Пацаны, все в бригаду, поехали. Здесь, значит, разжигаем, стену чиним по новой. Бляха, снесли такую качественную палатку, вот уроды, а. Это, кстати, самая такая проблемная ситуация. Ты когда новые позиции занимаешь, тебе как бы хочется, чтобы они, ну, были монолитом. То есть тебе не хочется отдавать после того, как ты захватил точку, постфактум. Тебе не хочется отдавать после этого, ну, как бы это противнику. Прям не хочется. Ты такой, ну, блядь, я же захватил это. Ну, что это такое? Можно я какую-то, не знаю, несгораемую сумму, что ли, как в игре, кто считает миллионером? То есть, как бы, вот я захватил эту точку, все, дальше, типа, я не могу, как бы, ну, а уж, чтобы она меньше этой пошла. Но, блин, здесь так не бывает. Это самое обидное. Так, а можно быстрее, мистер Роман? Сейчас просто сюда тоже ходить не получается. Нужно досмотреть, как они все это дело построят. Идти направо к сорняку, с ним воевать. У нас пока что нету нихера, с чем воевать с ним. Так, точка есть, но это нихера не мега укреппозиция. 10-й день у нас пошел. А нет, это у нас нормальная укреппозиция. Просто почему-то я здесь не вижу больше покрышек. А они должны стоять как бы на крайней стороне обычно покрышки, правильно? Но почему-то здесь покрышек я не вижу. Дальше начинается какая-то зона поварской у нас там. Так, это что такое? Что-то можно построить будет с прицельчиком. Снайпера, что ли? Блин, что-то ни с того ни с сего после прокачки базы на старых местах появилось очень много новых элементов, от которых просто я немножечко в шоке. Так, разгребаем. Командир, бродяга. Да, 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 у нас слишком много людей. Я в курсе, успокойся. Так, Владимир, сюда. Что, ты не можешь работать этим пареньком, автоматчиком? Да ладно, будь пока здесь. Сейчас забираем бригаду. Просто теряем... Ёб твою мать. Так, ну я, наверное, беру только лопатчиков с собой, скорее всего. И еще одного... А, ну все, три лопатчика, поехали. Остальные, как говорится, защищаемся, ребята. Опа, плюс наука. Разгребаем быстренько. Давай.
Блокпост пока не строим. Сейчас главнее всего залетаем сюда. Вот тут что пока ждет, я не знаю. Можем, конечно, разгребсти этот мусор, а можем с тварью с этой повоевать, блядь! Ага! Здоровая дура, чё встали? Портки сушим и вперед. А мы можем по ней? А, нет, только в атаку, отправь в атаку. Блядь! Отступить! Отступить! О, минус человек, блядь, мы потеряли Бориса! Ёбнешься! Боря, Боря, Боря! Быстро, быстро! Давай, 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 отступаем, отступаем! Ёб твою мать! А, бежим, 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 бежим! Так, ну я понял фишку, ребят, блин, это очень тяжело. Бьем, 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 уходим! Ух, блядь! Одного уже потеряли, он бежит, он валяется, блядь, его бездыханное тело. Так, ну этому сорняку уже больно, уже ему больно, он уже понимает, что это проблема. Блин, тут на самом деле, мне кажется, надо просто толпу брать хорошую, типа человек 5. И было бы все гораздо быстрее с этим монстром. А так у нас, видите, не получается с ним пока что разобраться, то есть долгие заходы. А как бы на... ну, там как бы время идет у нас, сами понимаете. Блин, ну ему уже прям херово, надо добивать его. Давай, давай, ребята, сушим, сушим, сушим. Бляха! Это мои, это мои. Это, как говорится, я здесь работаю. Это не ваша задача. Спокойненько, спокойненько, мать его, за ногу. Так, блядь, отступаем, отступаем. Минус 2 сейчас будет. Они не приняли... Да почему вы команду не приняли, блядь? Я всех лопатчиков своих потерял, господи. Брат, отступить. А, он выжил. Он выжил. В атаку. Добить, добить, отступить. Блин, ну с одним это сейчас я буду очень долго мараться. Очень долго мараться буду сейчас с одним чувачком. Блин, ну тварь уже почти сдохла, а у нас там как бы наступила уже ночь. Быстро, быстро уходим. Тут, блин, хороший заход на 5 человек, и эта тварь бы уже давно умерла, блин. А так мы бьем вот это вот. И стратеряем просто время. Но ей уже очень плохо, давай, 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 давай. Они, короче, команды, когда тыкаешь команду в правую сторону, они команду не исполняют. Вот в чем беда, давай, давай, будешь героем, брат. Отомсти за своих землекопов, вы же из одной бригады были. Третья, блядь, подземная бригада, блядь, рудокоперов. Это же тот самый Ворчун из Белоснежки и 7 гномов, блядь! Да когда ж ты уже, сука, сдохнешь? Какие-то, блядь, маленькие твари, у стены справа замечены враги. Что это такое? Что это за мини-сранье? Мы можем это собрать? Блядь, Захар, красавчик. Блядь, тут целую, тут можно базу основать! Захар, брат, давай, собираем и пошли на базу. Я уверен, что мы сейчас там пока справимся. Так, можем сейчас сразу здесь строить. Очень много ресурсов, это приятно. Можем это построить сейчас сразу? Нужен прям инженер. Тогда возвращаемся. Эти твари... А, это просто хавка, это халявная хавка. Понял. Фу, блядь. У нас оба щита подломаны, но вроде как оно держится. Слушайте, ну пока постоим здесь. Слева, кстати, пропала метка атаки. Вот это, блядь, напряжение. Захар, конечно, апнулся, мы потеряли двух рудокоперов. Ну, правда, таким образом мы лимит себя немножко простабилизировали, но неприятно. Но эти ребята были легендами. Просто первый босс не совсем понял, они, видите, приказы не исполняют, когда я стою лицом как бы не в их сторону. Они такие, как бы это не для нас. Наверное, наверное, просто в другую сторону. Тут в этой комнате очень много ресурсов, и там нужно строить зону, я так понял, для подъема сталкеров. Так, ну, сейчас, наверное, пошли, сходим за сталкерами. Здесь все цело, но все нормально. Можешь это отстроить, брат? Строй, ну его нахер. Да, выдержали мы полностью оборону. Красавцы, красавцы, ребята. Сейчас, значит, пойдем. Филипп уж, поехали. Сейчас, наверное, одного все-таки я переформатил. Можно улучшить, кстати, палатку, если можно больше людей иметь. Вот это и улучшим, почему нет. У нас хватает, говорится, запаса. Так, возвращаемся. А здесь плюс один чувак с огнестрелом. Блять, вообще, чувак с огнестрелом. Это же вообще просто капец. Это очень важно. Реально появятся эти автоматы. Так, парень до сих пор делает щит. Мне нужна плюс одна лопатка. Нужен плюс человечек, этого мы забираем, Дикона, Дикон, 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 брат, Дикон, в команду, в команду, в команду, Дикон, молодец. Так, по науке у нас пока что не хватает топлива для дальнейшей прокачки. А вот тут у нас есть какие-то ресурсы. А, вот, мы этот ящик можем раскрывать, в нем ресурсы все это время были, а мы не знали, что с ним делать. А там ресов до хрена было. Просто ебаная огромная куча ресурсов. Так, теряю время. Очень сильно теряю время. Что делать? У нас с левой стороны здесь вообще непонятно, что делать. Какая-то база тоже с огнестрелом. Стоят ребята, но... Как сказать, по-честному, так между нами, пацанами. Но мне ресы пока собирать не надо. Я единственное, что вот, ну, как-то хочется это дело укрепить. Ну, то есть, как-то вот маловато здесь. 4 бойца, 2 лопатчика. Прям хочется, чтобы было побольше. А, ну, я только-только сейчас построил эти автоматы все.
Пока они первые автоматы прибудут, это прям много времени нужно потратить. Чел со щитом, реально щит он этот, блядь, мастерит уже, не знаю, который век. А, у нас с лету два ствола есть, слушайте. Блядь, два ствола, Филиппус, ну-ка, пошли сходим за стволом сейчас. По-быстрому. Так, резаем себе силы. У нас появился, кстати, первый щиточек. Блин, щит это прям очень круто. Блин, столько всего, глаза разбегаются. Значит, поехали. Могу предположить, что это и есть тот самый сталкер. То есть сейчас мы как раз таки берем пацанов, берем инженера. Вот он вернулся, ебать. Захар уже просто серебряная легенда. Он аж, блядь, светится просто. Говорит, ребята, я, блядь, такое дерьмо в этой жизни видел. Вы охуеете просто. Тут такой пиздец творится, пацаны. Так, ресы, ресы, грузим ресы. Грузим ресурсики. А, это надо починить с помощью Владимира. Давай, 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 давай. У нас еще какое-то энное количество времени есть, но очень мало. Надо прям ускоряться, надо прям ускоряться, брат. А, вот это нужно сейчас построить, чтобы сталкеры поехали в гору. А это надо собрать по ресурсам. А эту кучку надо разгребсти. Поехали, поехали. Работаем, работаем, не прохлаждаемся. Так, давай, 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 Филиппус. Фу, блин. Казалось, на самом деле... О, там за ящиками еще и наука была скрыта. Казалось, на самом деле, первостепенно, что игра такая будет довольно простенькая. Что сейчас-сейчас и как бы кончится геймплей. Но нет, здесь, слушайте. 11-й день, говорится, все больше и больше и больше всего. Пока что, наверное, нету слов, слушайте. Интересно очень. А если я оставлю ребят здесь... ну, типа, оставлю инженера и пойду сам дальше. Как бы это, ну, плохо или нет? Филиппус. Там уже пошла атака, что ли? А, у нас наш этот Рудаков вернулся. Блин, привезли добровольца. Тут просто очень слабая защита, может ее как-то улучшить, блядь. Мы не можем ее прокачать, нужен инженер? Пиздец. Просто как бы эту зону бы для начала улучшить. Так, сейчас там уже будет атака, я сейчас, наверное, это ребят забираю. Слушайте, надо вернуться на позицию, пацаны. Доделаем это в следующий день. Сейчас там атака уже будет, а мы вообще не готовы. Забираем инженера. Сейчас, наверное, я сюда щитовика призову, в эту сторону. Тут до хера подснов, но у нас новая позиция, она ни хера не прокачанная. Мы можем это улучшить, ребята? Давайте как-то это ускорим, бля, пожалуйста. В два инженерчика, давайте, давайте, ребят, давайте. Во всеоружии получил достижение. У нас тут теперь и автомат, и защитники, вообще все круто. Так, но здесь, я думаю, пацаны как бы выстоят. У стены справа замечены мутанты, справа. Понял, подхожу, 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 подхожу. Дефаемся, дефаемся, работаем, работаем. Вот она пошла, автоматы пошли, наконец-таки, блядь. Достроили нормальную оборону. Хер ты пройдешь, падла, хер ты пройдешь. Поехали. Вообще не почувствовали урона. Так, все, все на дефенс. Все стоим здесь, все, я пошел. Слева были какие-то враги, я понимаю. У нас слева, слева стеночка вообще не как бы недалеко не такая хорошая, как здесь. Но не можем мы одновременно как бы прокачивать оборону и там, ну вот прям. У нас левую сторону пока что в принципе открыто-то меньше. Уже 11 день, и нас пробиваются там враги, сука. Давид, блять. Хватит щиты делать, Давид! В смысле, а он щиты как бы клепает, ну, как мне их активировать-то? Типа нажать сейчас кьюшку на этом бойце или что? А-а-а, щиты надо прям выдавать бойцам. А-а-а, это как типа одноразовая опция. Теперь я не могу, теперь я не могу нормально идти. Типа я это делаю очень медленно. Сейчас я вот это поставлю на этой позиции, как раз таки слева, пусть, пусть защищается. Так, брат, а какого хера? А, мы теперь двумя под щитами, а почему ты тоже щит взял? Подожди, а их можно типа убрать? А, они убираются, активируются. Все, понял. Ну, ребят, не сразу, как говорится, выкупил. То есть это с бойцами, которые с нами сейчас в бригаде, можно таким образом поступать. Все, понял, вопросов не имею. Так, стрельбище, иди сюда. Что у нас здесь за предприятие такое интересное? Ну-ка. Производство винтовок СВД пошло, нихуя себе. Арсен, блядь, Арсен, Арсен, блядь, Арсен, бери СВД-ху нахуй. Ничего себе, Арсен, блядь. Так, ну эта позиция теперь просто непробиваема. Я пошел в правую сторону. Оставляю за вами Арсена. Что здесь происходит? День 12, что? Кабеля проложились, как мост. У нас открылась новая локация вперед. Да я еще эти не успел разгребсти. Игра не дави так сильно, сука. Я не успеваю. Так, боец у нас не прибыл. У нас уже, кстати, людей не хватает. Давид, Давид, успокойся, Давид. Значит, сгребаю эту кучу. У нас уже людей как бы 11-14. Людей не хватает, нужно больше людей. Что я отправил людей в предприятие как бы. Они снялись с позиций. Блин, ну сука, с выносливостью. Аннушка. Так, пацаны, всем составом, всей этой огромной пиздобратьей вместе с Владимиром, поехали. Потом разгребем ресурсы.
Сейчас интереснее всего разобраться с этой комнатой. Прям очень интересно разобраться с ней. Значится, первостепенно. Мы здесь. Инженер, сюда. Те, кто с лопатой, ребят, сюда. Все, работаем, работаем. Ждем, как говорится, построечки. Пока что просто отдыхаем. У нас есть энное количество времени. Брат, давай, давай. Одного инженера я понимаю, что мало, но приходится, как говорится, в таких ситуациях работать. Нехватка людей, нехватка рук, блин. Я просто не успеваю. Ну, кстати, мы, блин, таким образом теряем драгоценное время. Сейчас можно выйти и как бы отправить нашего обычного паренька на сбор, как минимум, хавки. Вот тут что-то было по ресурсам. Брат, пособирай просто ресурсики, да? Чтобы мы не теряли время. Согласитесь, это правильно. Так, что у нас здесь? Да господи, что за странное здание? Почему оно такое тяжелое? О, плюс наука, открыть. Там даже две науки за кучей. Там, да, блядь, да нет смысла строить эту штуку. Для тебя была команда. Тут две науки просто мы открыли. У нас уже хват, у нас уже хватает, блядь, на полторы прокачки, а вы все это время просирали дни. Блин, эта серия очень несбалансированная по экономике. Я очень много времени теряю. Мне самому это не нравится, ребят. Самому это не нравится. Просто невероятно. Теряю время. Так, здесь, походу, прям постройка будет очень даже длительная, поэтому можем пока выйти. Что-то можем здесь поразгребать? А, так, пацаны, ну, вроде как, вот эти кучки вы можете убивать, поэтому убивайте. Личинки трогать не будем. Теперь можем отправиться в экспедицию на поверхность. Так, все, экспедиция появилась, да? Поехали сюда. Что у нас здесь, экспедиция на поверхность? Это прям поход, или я просто отправляю, как бы чувак сам это все делает? Так, он один. Один, наверное, этого мало будет, или что? Как его отправить дальше? А, он не может. То есть нужно минимум два сталкера, чтобы он поехал в эту точку. Я правильно понимаю? Или как? То есть нужно минимум два сталкера, чтобы отправить в эту позицию. Так, хорошо. Сейчас. Хотелось бы как бы в этот день это все дело успеть. Но походу мы не успеем. Ребята, вы разгребли эту кучу? А, они уже вернулись. Вот они, кстати, красавцы. Вот сталкеры. Они кучу догребли, пошли, стали на защиту. Просто вот, ну, вот это вот молодцы. Молодцы, блядь. Так, что мы делаем здесь? Блин, здесь всего-навсего два чела на обороне. Сейчас как бы начнется уже день. Ой, точнее, сейчас уже ночь. Нихера не успеваю. Сейчас, надеюсь, они просто не помрут. Что нам сейчас нужно? Нам нужен второй сталкер. А это прям 100%. И нужно было отправить инженера. У стены справа замечены мутанты. Бежим. Там всего-навсего два чела. Правда, один из них легендарный прям. Прям легендарный. Но мы, блядь, нормально. Пошел огонь. У нас здесь два сталкера. Держимся. У нас слева как бы вообще СВДшка, там без шансов. Слева как бы, ну, шанс того, что нам пробьют, вообще нулевой. Так, заходим сюда. Сейчас будем делать, ребят, рисковые вылазки. Раз сталкер, два сталкер. Как их отправить? Они все равно отправляются, не понимаю, как их отправить. Павел, Филипп. В смысле, даже два сталкера мало или что? Что за приколы? Они не отправляются, ребят, не знаю почему. Блять, на секунду отошел, мы потеряли своего легендара серебряного, ну сука, ну Владос, ну ты чё? Блять, ребята, эта серия полна боли. Короче, здесь такая ситуация, рисковать ночью, это как бы патовая ситуация для нас в данном случае. То есть, так поступать нельзя. Ночь, это время, когда ты отсиживаешься в базе и командуешь обороной. Не надо никакие вылазки, от ничего. На стене слева замечен враг. Я целиком полностью это понимаю. Так, брат, отправляешься. Нужна мне новая хавочка, да. Да, натворили мы, конечно, херни. Так, во-первых, нужен сейчас инженер дополнительный. Брат, иди открывай науку. Наука здесь в этой игре, это прям вообще вещь, которая творит чудеса. У нас слева много бойцов было, но так, конечно, сейчас нехватка у нас строжайшая. Но здесь два лопатчика и СВДшник. Так, ну я сейчас, наверное, тогда что получается? Ставлю раз, два. А, серебряный парень здесь, то у нас был бронзовый там с той стороны. Но тоже все равно жалко, как бы его хороший парень был. Так, поехали. Сейчас, наверное, возьмем как раз, не знаю, третьего сделаем сталкера. Я не знаю, в чем прикол. Они почему-то не отправляются туда наверх. Хотя уже как бы куча людей. Но сколько нужно, я так что-то нихера и не понял. Ну, в целом, сколько нужно сталкеров, чтобы отправить их наверх. У нас последний, типа, больше пока что нет у нас вооружения. Это третий сталкер, это последний. Сейчас мы их отправляем, если нет, то переформатируем в лопатчиков. Идем куда-то в глубину этого туннеля. Что как бы надо что-то делать. Ребята, все в компашку забираем эту элитную. Еще пойдем дальше, смотреть, что у нас там дальше что-то есть. Так, ну все, там третий, это максимум. Все, и куча еды отдаем им. Все, экспедицию снарядили. Отлично, ребята уехали, все, время пошло. Так, у нас минус 3 человека, как бы, но я думаю, они за чем-то прям важным отправились. Прям, ну,
Такие экспедиции просто так, говорится, не делаются. Так, что у нас здесь? У нас, как раз таки, кстати, кончилась хавка, поэтому поехали. Загребаем, загребаем еду, ребята. Загребаем. Это халявная еда. Это прям халява. Давай, 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 давай. Супер. Это прям очень сильно халява. Теперь разгребаем эту кучу для дальнейшей постройки. Ты можешь собирать вообще ресурсы, или это типа не инженерское дело? Бляха, он не умеет. Здесь уже... Опа, плюс дверь, брат. Новая экспедиция. Сейчас мы это все разгребем. Аккуратненько. Тихо, 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 тихо. А, и теперь пока эта штука там орудует, мы не можем эту дверь открыть. Понятно. Неприятненько получилось. Так, ну они разгребут и вернутся. 100%, типа это уже было 10 тысяч раз, поэтому... Инженера ставим здесь просто на дефенс. С правой стороны очень мало людей. Прям катастрофически мало. Ну, кстати, мне кажется, здесь есть какая-то, знаете, такая в игре балансность в плане дней. То есть они стали идти гораздо медленнее. Это прям заметно. То есть я начинаю спать больше вещей. Просто я вот в центральной игре сильно протупил. Это, блядь, кто? Я дал ему еды. А-а-а! Парень, который за хавку нам дает науку. Ни хрена себе! Великий сталкер! А у нас теперь нет хавки для того, чтобы сейчас плюс человечка себе заиметь. Блин, это печально. Тимофей, брат. Разгребай ящики. Сейчас пойду поищу где-то еду. У нас, правда, конец дня. Бляха. Надеюсь, что сейчас ребята разгребут, вернутся на позицию, правда. Потому что если не успеют вернуться, как бы я буду очень плакать. Но, в принципе, два лопатчика очень быстро разгребают. Так, ребят, нужно сейчас здесь быстро найти до конца дня. А вот и грибочки. Найти хавку. Прям быстренько. Давай, 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 давай. Разгребаем это. А, он начал строить защитную позицию. Зачем? Я не это хотел. А ты можешь собирать вообще ресы? Или... Нет, не может, да? Джон такое не умеет делать. Тут в эту сторону очень близко находится еда. А здесь уже какой-то прям модифицированный мегакокон. Блин, брат, вот это мы, конечно, Владислав, это мы ошиблись. Это мы, конечно, сейчас с тобой ошиблись. Прям катастрофически, я бы сказал, мы ошиблись. Может, пока не будем строить, пока оставим так? Типа на пол позиции. Дособираем хавки, вернемся все-таки за дефенс сюда. Здесь открывается дальше какая-то штука с едой очень важная. Так, ну держим, здесь у нас СВДшка, держим оборону. Плюс там Владислав, как бы, который вообще мое уважение. Сам поеду направо. Сейчас хавки у нас 8. Вроде как хватает как раз таки 8 для того, чтобы сейчас найти человечка на новую, типа, за новым челом. Правильно? Бля, подрасчет просто, подрасчет раздал. Так, плюс лопатчик. У стены справа замечены враги. Брат, летим. Просто летим. У стены слева тоже враги. Но там СВДха. Блин, там СВДха, а здесь как бы все. Во-во-во, вот оно, вот оно, вот оно, сука, пробивается. Гасим, 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 гасим. Лопатки, лопатки, работаем, работаем, работаем. Не переживаем, все хорошо. У нас Владимир чинит, мы работаем. Так. Ух, блядь, нихера себе! Стену слева ломают. Ломают стену слева, она уже красная. Блядь, ну там же СВДшка и Владос там. Владос, тащи! Сейчас, походу, сломают. У меня есть какое-то предчувствие. Там у нас нет инженера. Чинить некому. Стена слева уничтожена, но пиздец. Приехали, да? Блин, ну там две позиции всего-навсего крепа, поэтому я отступаю. Сейчас просто начнут ломаться здания, у нас будут большие проблемы. До конца экспедиции осталось немножко крепа времени. Вернутся сталкеры. Справа нас опять атакуют. Блин, ну тут у нас лопатчики чисто, я не знаю. Пожалуйста, ребят, терпите. Как хотите, терпите. Стены справа замечены танты, я в курсе. Ее ломают. Да что ж такое-то, бляха? Прям ломать начали. И слева атакуют. Да я не могу выопределиться. Ладно, справа у нас 4 позиции, слева от всего 2. Сейчас просто слева могут добраться до генератора, и мы проиграем на этом игру, ребята. Это будет нехорошо, согласитесь. Это будет очень плохо. Чиним, 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 чиним. У нас очень много, типа, деталек, поэтому, как бы, отстроить базу по новой, это, ну, не проблема. Прям вообще не проблема, я бы сказал. Так, забираем свою команду прямо сейчас. Прям забрали всех, Джона тоже забрали, поехали. Это у нас точка была как раз с СВДшкой, нехватка еды, понял. Строим здесь базу. Поехали собирать еду. Заходим прям в туман, типа, рискуем. Так, это пока не трогаем. Лопатчик пошел в атаку. Роман. Роман сюда, это собираем хавку. Так, база, берем отряд возвращать сверхности. Это отлично, это отлично, это супер. Это как минимум плюс 3 человека. У нас нехватка, бляха, людей, нехватка рук просто. День 14. Владислав там уже просто чуть ли не легендари. У нас, мать его, сейчас пока что просто нехватка, как бы, ну, рук. Неприятная нехватка рук. А я, кстати, могу его просто вот оставить типа здесь? Ну, брат. Нихера не остается на позиции, ладно. Давид работает над наукой. Здесь у нас обмен науки на еду. Еды пока не хватает, щиты, блин.
Столько всего людей не хватает. Что делать? Ну бежим за экспедицией, значит, надеюсь, их можно будет снять обратно, типа, но чтобы они стали не сталкерами, а просто ребятами. Так, легендары мои все. Привез добровольца, понял. Ребята, поехали, сейчас тут надо будет собирать. Сейчас, этих-то я приму, для начала вас отправлю. А, наука плюс забираем. Личинок пока что новых у нас не родилось. Это у нас, это понимаете, это ящики, да, это ресурсы. Это у нас, да. Острелили здесь. Лопач, ага. Я ж не бью, блядь, нихера себе! Мы потеряли еще одного лопатчика, просто за нихер собачий, ну. Да что ж такое-то, ну что происходит, ну ёб твою мать, ну. Я теряю как бы бойцов, ну просто на херне, ребята, ну это печально. Как бы 12 человек осталось. Вернулись сталкеры. Что у нас здесь, ребят, что нашли, что было? Ага, просто огромная куча ресов. Блин, ну, сейчас, я так понимаю... А, они могут ее разгребать, то есть сталкеры могут разгребать свои же мешки. Тогда разгребаем сейчас мешочки. Еще время есть. Я так понимаю, здесь прям очень много ресурсов, да? А, видели нетронутую бензоколонку, в следующий раз пора жить с топливом. А, но предприятие рискованно, стоит подождать денек перед вылазкой, пока комбатанты не уйдут. Понятно, то есть у нас первый заход был на ресурсы, они разведывали у нас территорию с топливом, как раз таки для прокачки дальше базы. А, наверное, сталкеры нашли улучшение. Гражданские припасы, несколько синих колб лекарств. При критическом повреждении командир бросает световшумовую гранату, оглушая мутантов, вокруг излечивается. Лекарств хватит всего на один раз. Это типа, чтобы я не умер в случае критической ситуации, я смогу один раз отхиляться при смерти. Блин, ну... Слушайте, чтобы не просрать прохождение, в принципе, штука неплохая. Армейский схрон. Несколько мин, 4 зажигательных гранаты. Мины будут установлены на подступ по генератору. Ну, вот это, мне кажется, не круто, потому что это уже когда прям пробиваются генераторы, ты уже, в принципе, игру проиграл. А вот гражданские припасы. Несколько синих колб и лекарства. При критическом повреждении командир бросается этому гранату. Да, давайте возьмем это. Ну, типа, если я вдруг зафальшивлю сильно, да? А я так могу сделать, протупить, заиграться, я буду умирать, то я хотя бы не откинусь. Так, ну блин, здесь в основном детальки, вот в чем беда, хавки здесь они не нашли, к сожалению. С детальки, детальки, детальки. Короче, в ближайшие пару дней у нас план такой, мы вообще не занимаемся сейчас деталями, нужно подыскать именно хавку себе. Это прям очень важно будет, потому что деталей мы понаходили прям много. Красавцы, красавцы, просто молодцы. Сталкеров можно пока поставить, кстати, на защиту позиций с их оружием, как бы они смогут защищаться прям, ну, на ура. Это в плане обороны очень-очень дееспособные ребята. Нам бы с каждой стороны поставить по СВДшке тоже, но у нас здание СВД, насколько я помню, развалилось. Блин, теряем здесь время. Я вот не могу в этой игре прямо оставлять бойцов, как бы уходить. Мне хочется за ними прям проследить, чтобы не доделали, я их забрал и пошел дальше. Не знаю почему. Филипп, пожалуйста. Филипп с двумя П, поехали. Все. Здесь разгребли. Технология изучена. Автотюрель. Ооо, ебать! Грозное оружие против мутантов. Активно, пока стена. Пока стены есть инженер. Еб! Вот это мы сейчас открыли. Охренеть, ребята! Автотюрель! Блять, нету слов, одни эмоции. Автотюрель сюда, гэц! Бля, ну тут просто дефаемся, пацаны, дефаемся. Так, мы побежали со снайпером на левую позицию, у нас слева никого не было. Я уверен в пацанах справа, просто я, блядь, уверен на все 250. Эти ребята справятся. Слева у нас не очень хорошая защита была. Но там был Владислав, как бы, который легендар. Блядь, мужик, лев, разгреби это, пожалуйста. Мы... Блядь, я оставил сталкера на разгреб. Ладно, нет времени сейчас уже тупить. Все, 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 тихо, тихо, тихо. Не ломаем, не ломаем. Мне опять здесь сломали гадство, опять сломали все. Так, стоим в защите, стоим. СВДшка прибыла. Хорош, 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 брат. Нихера себе их здесь. Работаем, работаем, работаем. Держим, 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 держим. Стена в очень плохом состоянии, но здесь, блядь, два паренька сейчас починят. Работаем, работаем издалека. Сразу сшибаем. Сшибаем, сшибаем, не ломаемся. Она держится, стеночка держится. Так, пойду на передовую. У нас нехватка еды для зажигания костра. Нормально. Так, у стены справа, там, блядь, тюрель, там все дела, там справятся. Блин, пошли прям массированные уже атаки, прям вообще не хухры-мухры. Не ломай, сука! Так, ну это уже конец дня. Сейчас пойдем налево всей этой аравой, потому что оставим только нашего снайпера. Просто потому что слева была куча хавки. Но вроде как, мне кажется, можно уже двигаться. Сейчас ребята дочинят. Так, пацаны, берем вас всех.
Значит, снайпер наш где? Подстрелящий снайпер, что он сейчас был первый ко мне. Оставляем снайпера здесь. А бригады пошли, значит, сюда. У нас здесь слева, значит, первое, строить здесь улучшение. Да, здесь было до хера хавки, которые мы в прошлый раз не забрали. Вот они, грибочки. Значит, один сюда. Дальше была такая же гряда грибов, если не ошибаюсь. А, мы тут в прошлый раз собрали, но не забрали саму хавку. Понятно. Еще одна. Давай, давай, собираем. Это что такое? Сзади атакуют! Блять, нам пиздец! Боже, не умираем! Не умираем, пожалуйста! Тихо! Это что такое? Брат, развали его. Это мега-слизняк? Не понял. Чуть не обосрался. Так, забирай ресы, Владислав, забирай. Тихо, 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 тихо. А, блин, кстати, когда мутанты, видите, они срывают сбор. Вот, вот в чем прикол. То есть из-за того, что был замечен мутант, они сорвали сбор и убежали все на последнюю позицию дефенса. Бля, ребята, вот почему мы с этой стороны так долго обсираемся. Блин, ребят, ну это нехорошо. Во-первых, зажечь здесь. Во-вторых, построить это. Короче, как вот нельзя забегать дальше, прям, типа, прям сильно вперед. Потому что, видите, забежали вперед, а у нас сработала система, что замечен мутант был, хотя он был как бы неплохим мутантом, это мутант еды был. И как бы, видите, сработала в чем у нас проблема, что сорвалась эта фигня. Так, Владос, пошли, пособираем здесь ресурсов. Нормально мы тут разгреблись в эту сторону, прям нормально. Владос как бы легендар, понимаете, он тут очень быстро собирает ресы, прям он их просто щелкает. Фу, блин. Я, кстати, игра, по-моему, забыл поставить инженера на вторую прокачку. Хотя он, по идее, должен был автоматом пойти дальше прокачивать. У нас хватает просто науки. Так, Роман, поехали. Еды мы насобирали нормальное количество. Здесь мы еще строили редут обороны. Четвертый, да? Но пока, наверное, четвертый здесь делать не будем. Нам сейчас надо здесь поставить с этой стороны. Знаете что? Значит, что мы сейчас здесь сделаем? Ну, во-первых, снайпер сюда точно. Лопатчик сюда тоже точно. Да и второй лопатчик сюда тоже точно. Ты у нас, значит, сейчас идешь сюда, мы тебя сейчас делаем в инженера и отправляем на тюрель. Потому что тюрель оказалась просто страшной имбой. Плюс, как бы, я так понимаю, инженеры ставят и тюрель, и они могут чинить саму позицию. То есть это вообще, как бы, ну, сейчас автоматически стал инженер чем-то невероятным в плане обороны. То есть на каждой позиции должен быть как минимум один инженер. Он и чинит, и ставит тюрель. А, вот, Давид сразу работает следующей наукой, он красавчик. Давид просто молодец. Здесь отправили чувака за едой. Забрали Павла. Павла забрали, сказал. И пошли направо. Так, щиты есть. Блин, я про поднять щиты вот забываю. То есть, наверное, надо как-то можно нажимать кнопку поднять щиты. Они будут поднимать щиты, как бы. Это нам будет очень сильно в плюс. Здесь палатку пока не трогаем, хотя могли бы прокачать. Но у нас все равно нехватка людей. Здесь у нас чуваки просто в кровище стоят. Но здесь два сталкера, поэтому мы справимся. Это вот единственный вопрос. Насколько дохера нужно будет еды, чтобы лезть во вторую вылазку? И насколько большой сейчас здесь пиздец у нас с правой стороны, потому что у нас там прям уже такие огромные личинусы, а мы дальше вперед пока что не развиваемся. Вот это прям проблема, я слишком много потерял людей. Нас это прям стопорит, я прям чувствую, как я начал фаршмачить. Сейчас надо эту ночь хорошо отработать, без потерь, без потерь. Вот бы нам построить кухню, кухня с левой стороны. Во-во-во, пошло, 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 вот оно, ребята, вот это оборона. Это я называю дефенс. Бля, ну здесь, мне кажется, вообще можно не париться. Здесь, блядь, три ствола. А, минометчик, заливайте, заливайте, заливайте его, заливайте, заливайте. Хорош, хорош, блядь. Ломайте ему ебальник, он сдох? Хорош, хорош, красавцы, красавцы. Так, здесь, короче, я не переживаю, вообще не волнуюсь. Ребята просто монструозно крутые. У нас, кстати, раз левая тоже открылась новая экспедиция. У стены слева замечен враг, бегу. Я это предвидел. Справа, я уверен, этой стенки. Там три сталкера, как бы, о чем речь? Вопросов вообще нету. Справа. Стена справа уничтожена, отступаем. Да как так-то, блядь? Что за приколы? Что происходит? Помогите! Вообще не понял, как. Это было очень странно, но нам стенку справа снесли. Уже вторую снесли! Блядь, что там творится? Я в ахере. Нам ломают редут и справа еще один. Блять, да что происходит? Это что, это конец игры, что ли? Из-за того, что я просрал в середине игры вот эти моменты, тупил, бегал слишком много подряд, нихера не делал. Мы сейчас проиграем, что ли?
Блядь, ну вроде бойцы живы, но мы прям столько потеряли, столько. Как так, ребята, как так-то, блядь, вы мне скажите? Нихера здесь массированная атака была. Так, я надеюсь, что это все, как бы. Мужики отказываются на стройке работать, говорят, опасно, надо сначала стены отремонтировать. Так, так, сейчас. Отремонтируем мы ваши стены, блядь. При вас добровольца забирай, брат. Сейчас заберу. Что с тварью в вот здесь? Ее только лопатой херачить или как бы остальные тоже могут ее разнести? Я про того харкателя. Так, быстро строим, очень быстро строим здесь стену. Блять. Нам просто все вообще сломали. Все, что могли сломать, все сломали. Так, разгребаем. Льва забираем. Лев, блять, значит, лев в лопатку. Поехали. А, это инженерная точка была у нас, похеру, неважно. Блин, мы прям нихера не делаем, короче говоря, из этого большая проблема. До сих пор не построили, ребята, ну можно как-то быстрее это строить, ну елки-палки. Ну как-то ускориться можно в этом моменте. Просто они как бы мне сейчас нужны. Так, инженер сейчас идет строить это здание, один. Все остальные идем сейчас дальше. Так, здесь можем, кстати, построить тоже просто одну позицию. Давай построим, одного поставим. Поехали, нужно эту тварь сейчас здесь разгребать. Нужно идти вперед сейчас. Ага. Вперед. Вперед, бля, я сказал вперед, вперед. Лопаткой, лопаткой херачим его. Аккуратненько, чтобы с него сейчас еда выпала. Давай, 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 давай. Рванет, блядь. Плюс хавка. Технология изучена, может строить более крупные стены. Наконец-таки. Это нам позволит, собственно, как раз-таки наши сейчас нынешние позиции закрепить и не обсираться. Так. Залп из мрази этой, да? Живи, брат! Хорош, выжил, красавчик, блядь, просто лучший. Блять, разъебите эту мразь как-нибудь, не знаю. Развалите ее. Она убила всех наших. Я не понимаю, что с этой а как ее убивать, эту хрень? Она не убивается. То есть лопатчик не пошел на нее в атаку, но это пиздец. Все, ну после такого хочется, конечно, ребята, впасть в тилт. Мы, конечно, не будем, но я просрал всех людей на этой твари. Я хотел ее сейчас от этой массированной атакой убить, эту тварь. А я потерял на ней весь отряд. Ну, в принципе, что? У нас теперь правая защитная зона. Блять, никакущая. Ну, давайте пробуем это укрепить. Может быть, у нас получится. Брат, защищай эту позицию. Слышишь, забрось это дело, Филипп, забрось. Становись сюда, на дефенс. Да, блин, не-не-не, на дефенс становись. Вот иногда, конечно, ты из-за того, что не знаешь, как это работает, творишь глупость. Я потерял двух сильных лопатчиков, просто потому что думал, что сейчас они так же, как в прошлые разы, как бы, ну, тварь просто, ну, распинают, как бы, и все. И все будет прекрасно. Но увидели, что получилось по итогу. Тварь просто убила их. Это какая-то зона защиты, которая, как бы, ну, не убивается, что ли? Или пока я не разгребу перед ней, тварь она не убьется, я не знаю. Так, защищайся здесь тоже. Плюс сталкер. Там два сталкера, лопатчик, плюс инженер сейчас с пулеметом, плюс стенка будет прокачанная. Так, у нас нехватка науки, что ли, Давид? Может сейчас обменять здесь хавку на науку плюс? Плюс дохера науки. Ну-ка, ну-ка, Давид, блядь, Давид, ты у нас пока что, как говорится, ну вообще, отличная сделка, приходи еще. Понял. А Давид почему-то работать не хочет, почему? А, походу дальнейшие прокачки у нас только с помощью этого. Скажите мне, пожалуйста, с помощью топлива, нужно топливо. Нужно сейчас собирать экспедицию, у нас опять нехватка еды. Да что ж ты, бляха, будешь делать? Так, это строить. Взять Тимофея, построить быстрее. Нехватка, блин, еды, ребята. Ну тут дальше вот начинается у нас. Ага, ага, ага. Справа враги, слева враги. У нас, кстати, слева все у нас всего две точки обороны. И все, и пиздец. Я даже не знаю, ребят, что делать. У нас тут еще идет прокачка стены. Стена, блядь, не готова. Конечно, СВДшер работает. Поставь тюрельку, брат. Где тюрелька? Стреляй, стреляй, родной. Хорош, 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 хорош. Давай, 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 родненький. Давай, давай, давай. Тушим их, тушим. Стеночка, живи, блядь, не ломайся. Уклонился, красавчик. Ебать, работаю. Дохожу как могу, просто по КД херачу. Спасибо, что достроили, у нас бетонная стена. Бетонная стена, но это все, это монолит. Это не ломается.
Это просто непоколебимо мощно, ребята. Я предлагаю... Можем еще улучшить! До мега-ультра стены! Боже, мне аж стало страшно, ребят. Мега-ультра стенка, это прям уже... Ну, это я не знаю, это жестко. Так, забираем этих... Блядь, не-не-не, инженеры оба здесь, ну, хотя бы один строит. Мы поехали за... У нас вылазка за хавкой сейчас будет. Первый сюда. Приехал доброволец. Здесь пока что не можем построить полевую кухню до сих пор. Так, нужна, короче, вылазка, ребят. Сейчас нам нужна будет вылазка за... Командир, прием, с правой стороны надвигается ирная волна. И с левой тоже. У нас день атаки, блядь. Как же я обосрался. Я и забыл про большие волны. Легендарный Владислав, блядь. Дефенс, пацаны, дефенс. Ёбаный стыд. Так, достраивай стенку. Становись в оборону. Бери СВДшку, блядь. Плюс сюда, человек. Короче, верю в вашу защиту, я пошел направо. Тут сейчас стенка достроится, и мы должны защититься. Я про мега-волну вообще забыл, блядь. Павел, Павел, ёпта, Павел, бери ствол в руки, Паша. Паша, поехали, сейчас пиздец будет, Паша, сейчас будет такой замес. У нас с правой стороны нихера не мега-стенка. Здесь, ну, обычная бетонка. Так, может мы успеем? Ладно, не будем, наверное, уже корежиться, скорее всего, не успеем. Стены влит очень надежно. Блять, просто 3 на 3 с двух сторон. Слева у нас какая-то мега стена, сейчас она успеет достроиться. Ох, ребята, решающий момент, просто решающий. Можешь пойти и попытаться сейчас эту мега волну немножко встретить издалека. Ну, пока что не вижу никого. Но там вроде должны крысы надвигаться. Блин, сейчас, возможно, успели бы достроить даже эту мега стенку. А ну-ка, Владимир. Мы можем это построить сейчас? Бля, Володя, Володя, успевай просто. Таким образом сейчас сняли отсюда дефенс турели. Блять, это очень плохо. Я пока постою здесь на стреме, если что. Но у нас будет знамение вроде как крысы. Увидим крыс, все. Там они вон уже злобные красные крысы, блять, с красными глазами сидят. У нас здесь справа даже как стенка не считается. Она, видите, пропала, если было 3 на 3 у нас стена. Из-за того, что здесь нихера не достроено, мы в полной жопе, блядь. Володя, Володя, быстрее, сука, Володя! Мне страшно, кто там это сказал, кто? Павел, Павел, я сам в очке просто. Блядь, у нас слева там легендар, как бы там Владос за звездой, там две СВДки. Там должны справиться, там, блядь, два инженера. Вот есть желание сейчас... А, все. Есть желание сходить сейчас направо, забрать одного инженера сюда, достроить стенку. Но... Да может успеет. Братан, пожалуйста, Володя, ну, блядь, давай, Володька, Володька, я сейчас на тебя все смотрю, это как бы, ну, прям вот все в напряге, Володя. За что здесь будем поднимать щиты? То есть здесь будем поднимать щиты, с этой стороны, сейчас хоть не забыть про щиты. Идут? Крыс пока не вижу. Колючая проволока, бронзбоиды наши поджигающиеся. Володька, ну давай, ну пожалуйста, ну Володя, ну успей ты эту стену достроить, уже все, финальная фаза, давай, Володя, сварка, работай, блядь, Володька. Блядь, напряжение накаляется. Все, ебать, Володя, ты просто лучший, пулемет ставь. Папочка здесь. Филиппус, поднять щиты. А, инженеру нужно сказать? В смысле? А, нужен доброволец, здесь некому поднимать щиты с этой стороны. Блять, может одного переформатировать. Вот они, побежали крысы. Ребята. Ну у нас здесь просто бетон. Просто бетон с навесом, с пулеметом. Алло. Стены справа замечены враг. Я готова. Готова. Блять, стреляю, просто стреляю на шару. Ебай, они идут. Хорошо, хорошо, лепим, лепим. Четыре ствола. У нас слева две СВДшки, там вообще мрак. Там, блядь, два пулемета, две СВДшки. Так, слева замечен враг, слева, я уверен. Блядь, защитить стену слева, я уверен, на 200%. Ломаем, ломаем. Эти харчки нас не сломят. Держим стену, держим, блядь. Да это просто, как бы, бетон, алё. Они даже покрышки не сломали, они никчемные. Гасим, гасим, они сломали покрышки. Первая позиция обороны сломана. Не могут, они не могут, не могут справиться с нами, не могут. Огонь, огонь, батарея. Лупим, просто лупим. Это что такое, блядь?
Ёбнешься! А, нам в спину захаркивают врагов! Это пиздец. Так, ну мы... Как это? Как это сломать? Эти челы закидывают нам в спину врагов. Это пиздец. Я умираю. Нам нечем защищаться. Блять, нас сломали с двух сторон. Здесь тоже сломали. Одного чела. На оборону, на оборону. Ломаем быстро, быстро. Давайте, давайте убьем его, быстро, убьем его, ломаем быстро. Огонь, 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 огонь. Просто ебашим его. Справа уже подошли к генератору. Все, это пиздец. Это поражение. Да? Бежим к генератору, бежим к генератору. Ебаный стыд. И я сдохла. А, хилочка сработала! Боже, стреляй с СВДшки! Лупи, брат! Ломают генератор! И все. Ох, охренеть! Ну, к такому я не то, что не был готов. Я вообще не был готов. Использованные бонусы, прожито 18 дней, сложности бывало или выше, чтобы открыть новую комнату. А это, так понимаю, наше меню, которое сейчас можно здесь просматривать. Это что у нас? Патроны завод. Стрелки наносят больше урона, красные, а патроны не ракетчатят. Для работы требуются инженеры. Слушайте, ну я, честно говоря, да, очень много времени просрал в центральной игре, я просто сам это понимаю. Так, первый весенний звездопад. В ближайшие дни жители Москвы смогут понаблюдать за первым весенним звездопадом. Метеоритный поток будет виден с ночном небе с 16-20 апреля, рассказали об этом сусские планетарии. Слушайте, я, умерев даже здесь, как бы нашел дополнительную менюшку, в которой можно много чего посмотреть, и интересно, так сказать, разобраться. Ну, видите, что у нас есть после игры. 17 дней, ребята, первый трай у нас был. Цементный завод. Прочность стен будет увеличена, а снижен урон. Это круто. Нужны инженеры. А я так понимаю, вернуться как бы не могу в день, да? То есть я погиб уже насовсем. К сожалению. Ну, давайте проверим сейчас. Готовы вернуться в метро? Да. Здесь просто были небольшие подсказки, я так понимаю. Да, и мы заново возвращаемся сюда, именно в метрошку. Пропускаем обучение, и это все с нуля. Слушайте, ну, во-первых, не, ну мы сейчас, конечно, не будем играть, мы это оставим на новый заход, и я не буду вас, конечно, мучить тем, чтобы показывать одно и то же, то есть я, конечно, переиграю это дело, зачем показывать одно и то же. В принципе, я просто не был готов вообще к увиденному, растерялся, когда увидел много возможностей, реально, дней 5 в центре игры я как оловянный солдатик творил херню. По факту, сейчас можно паузу поставить? По факту, о, кстати, история есть, нихера, что это такое, блядь, история. А, это мои попытки, понял. Короче, первый сюжет, первый весенний звездопад, тут можно какие-то эти видеть, записи. Подводя итоги, значит, смотрите, во-первых, мне не понравилась Аннушка, я так освоил бы и не воспользовался ее опцией. Из разряда, типа, что-то поднимаешь еду, получаешь силу, что-то мне это не понравилось. Все-таки у Бориса был усиленный выстрел, и он реально мог сильно обороняться и много тварей расчищать. То есть, какой-то небольшой дисбаланс. Либо я не понял силу героя Анны, либо, ну, как бы, в следующий раз я буду заходить, наверное, за Бориса, скорее всего. Это первое. Второе, конечно, я понял здесь такую систему, когда открываются у тебя уже СВДшки, когда открываются сталкеры, ты ставишь их на дефенс, и все. Вот поставил, как бы, да, инженер с пулеметом плюс СВДшер. Другие ребята, которые с лопатами, они не должны в дневное время суток вообще стоять на обороне с двух сторон. Ты должен как бы пойти, им команды раздать, они должны что-то собирать. То есть ребята с лопатами, это именно ребята, которые собирают ресурсы. Ты чуваков с оружием расставил, а остальных просто обязан каждый день с двух сторон курировать и вправо, и влево, и вправо, и влево. Потому что если ты не будешь ощущать, не будешь расстраиваться, как бы, ну... Как бы толку не будет. У меня под конец игры скопилось 70, если не ошибаюсь, шестеренок или 80. Это говорило о том, что я ни хера не делал, не прокачивался. Хотя я мог, например, улучшать линии обороны, которые были за мной. То есть не только в одну вложиться на все бабки, а еще хотя бы по второму уровню поднять на вторую линию обороны, на третью и так далее. Вот, короче, я просто потерялся в какой-то момент в забегушках этих. Территории действительно большие. Ты должен, короче, когда ночью отбиваешься,
примерно уже иметь план, сколько у тебя где людей и что ты будешь делать. И ты должен это делать постоянно, то есть нужно постоянное движение. Значит, ты как бы, ну, простаиваешь, игра тебя давит. Я плюс перестал разгребать вот эти вот наросты, потому что не понял, как разобраться с харчковым этим вот харчкателем. Вообще не понял, вот честно, вот про него не понял. То есть, если вы видели, что с ним делать, то в комменты, ребят, черканите мне, потому что я потерял на нем там что-то трех копателей. Я думал, сейчас я подойду к нему, я его убью копателем, типа так же отправлю в атаку, они его убьют как бы и смогу дальше спокойно идти. Но я что-то вообще не понял. Он как типа, он как зона, куда нельзя дальше идти или что, вот. Много терял, нелепо людей, на боссе потерял. Короче, из-за этого наши падали моща, я замедлялся, и в какой-то момент просто все вышло из рук. И как бы там уже дальше нельзя было вернуть. А когда уже пошли супермонстры, я так понял, к финальной волне, то есть ты должен к ней готовиться. Я просто вообще про нее, буду с вами честен, забыл. Она из башки у меня вылетела, что здесь еще большие волны есть. Я до нее дожил. По факту нужно было, конечно, с каждой стороны два чувака с СВДшкой ставить. У нас они были, то есть само оружие было произведено. Нужно было ставить, конечно же, сюда ребят сталкеров с автоматами. Потому что, ну, видите, эти ребята закидут, типа, издалека нам челиков. Подошло три минометчика. Ребята с лопатами в данной ситуации оказываются просто не у дела. Они стоят, как бы, ну... Они поначалу, как заградотряд решают, но когда ты в конце уже построил хорошую бетонную стену, ты должен отстреливаться. А ты, как... А я, как бы, ну... Короче, все видели. Я переиграю за Бориса. Хотя, на самом деле, давайте я у вас спрошу. У нас просто такое же бывало в прохождениях того же Фростпанка, да? То есть, когда я переигрывал, и, в принципе, людям было кайф, потому что игра, как бы, ну, она меняется каждый раз. Поэтому спрошу у вас. Мне снимать за Бориса с нуля, потому что я буду за Бориса? Или же, как бы, ну, я отыграю там первую волну, да, там, хотя бы вот эти 8 дней, и уже начну туда оттуда. Поэтому выбор будет за вами. Все, ждет вас реакция, ребят. На этом у меня все. Простите, не справился с первого раза. Сделали 18 дней из 28, ну, в принципе, больше половины игры было пройдено, но вот так вот. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, всем удачки и пока-пока.